Привет. Ну что, ты принес? Ну да, вот в пакетике. Блин, ты что, так и шел с ним? Ну а что, так и шел. Ну пошли тогда. Ну что ты стал? Да подожди, я там чувака увидел с овальным лицом. Подержи пиво, быстрее. Привет. Привет. Как ты? Ты не слышал? Да я ж здесь. Сочиняешь? Я думал, ты позже будешь. Ну, я решила забить на пары. Отлично. Ебать! Что ты делаешь? Блин, надо что-то делать. Может, мерчиком пойти работать? Хоть не сидеть на одном месте. В Минске чувак девятку продает вообще шара. Только как бы оттуда пригнать? Блин, надо было идти на курсы сразу, а не слушать маму. Так бы уже была с правами. Поехала и пригнала. Эти маршрутки, это сегодня утром вообще капец какой-то. Сегодня будет ЗП, только закончите текущие. О, надо сходить будет куда-нибудь. Не получится. Блин, надо увольняться. Вообще не могу без окон. Рехнуться можно. Ты кнопочки доделала? Да, да, сейчас скину. Только чуть доведу. Какого баррикадира? О, Нинель пришла. Доехала. На тачке? Да. Надо срочно дозу никотина. У тебя есть? Я же бросила. Серьезно? Ну да. А ну пойдем обсудим. Так, а чё с басухой? Так вот. Понятно. У меня такая идея возникла. Я же рисовать начал. Когда ты все успеваешь? Мне кажется, ты хорошо будешь смотреться на картине. Хочешь позировать? Ну, не знаю, я никогда этого не делала.
чё вы? Да вот, крутим. Я думал, вы уже все сделали. Не, ну может, я не механик. Что, надо быть механиком, чтобы разобрать его? Ну вообще-то да, это тебе не шкаф. Тут где-нибудь шпильку сорвешь и все, выкинь нахер. Не умничай. Короче, сегодня надо сплавить ящик казака. Не-не, за сегодня это нереально. Может, дослушаем? Покупатель есть уже. Так что давайте, закругляйтесь ко мне в офис, берите товары к Вадиму. К Вадиму. И не лоханитесь, как в прошлый раз. Да, понятно. А потянем как? Ну, как обычно, лесами, огородами. Я тебе про тачку. Может, еще кортеж предоставить? О, а что это за монстр? Да вот, погонять решил. Ага. Вы еще здесь? Я смотрю, ты решил автобизнесом заняться? Может быть. А что там с казаком? Да вот, ребят, за деньгами отправил. Завтра будут. Я думал уже. Ну, сейчас с клиентами туго. Кто-то на рынок закинул дешманскую Молдавию. А, от них же мозги сохнут. А я о чем? Ну, ты же знаешь людей, готовы говно курить за даром. Да. А что там с этим делом? Короче, есть один варик. Может, получится поднять нормально. Конкретнее? Ну, может, мне удастся достать одну шнягу. Правда, ее сбыть будет нереально. Я еще не думал пока как. Ядерная бомба? Ну... Ты смотри, разбирайся, сам понимаешь. Я думаю, дня через два наберу тебя. Набирай. Ты говоришь, что я пьяный, да я сегодня пьяный. А ну